Спасибо большое нашим организаторам. Спасибо вам за то, что вы пришли. Спасибо всем, кто смотрит нас на YouTube и других каналах. Мы находимся в Москве, в выставке недвижимости. И сегодня октябрь, прилетела к вам из солнечного Мерсина. У нас уже не жарко, уже температура 30 градусов. И когда собиралась к вам, все самое теплое сразу надели. Поговорим сегодня о Мерсине и о том, что случилось у нас важного для Турции, важного, может быть, и для вас в том числе. Обсудим следующие вопросы. Событие августа 24 года, которое изменило регион, целый регион Мерсин. Знает кто-либо в этом регионе? Поднимите руки. Кто слышал, кто был? Сколько удивительных открытий в вашей жизни еще предвидится, потому что это очень красивый регион. Кто знает, где Каппадокия? Каппадокия, отлично, это 3 часа от Мерсина. Каппадокия и Мерсин – это цели на этот год или на будущий, то есть которые нужно обязательно посетить, очень красивые места, которые стоят вашего внимания. Итак, что у нас с ценами на недвижимость в Мерсине? Почему говорим про цены? Потому что цены в Мерсине очень привлекательные, и сегодня мы поговорим, насколько они хороши. Ожидается ли падение цен или рост цен, и что, в принципе, с ценами у нас происходит? Время покупать или продавать? Цены на вторичном рынке и от застройщика. Чем отличаются? Какие условия покупки есть у застройщиков? Покупать или продавать сейчас? Поговорим о том, как Мерсин может быть вашей дачей на Средиземном море. Поговорим про инвестиции в Мерсин, поговорим про аренду, потому что я как агентство недвижимости занимаюсь всеми типами аренды и даю возможность моим собственникам зарабатывать на недвижимости в Мерсине. Какая сейчас ситуация с выдачей вида на жительство в Турции? Возможности получения турецкого гражданства через покупку недвижимости в Турции и на любые ваши вопросы по региону Мерсин и по недвижимости в Турции я готова ответить. Немножечко представлюсь, кто я. Меня зовут Александра Соколова. Я директор, соучредитель, практикующий, лицензированный риэлтор, хозяин бизнеса, ведущий агентство недвижимости Инком Мерсин. Я работаю в Мерсине именно с 2009 года. Более 6000 объектов мы продали нашей командой. Более 100 квартир у меня сейчас в управлении в аренду. К слову сказать, в этом сезоне почти все квартиры сданы. Я блогер, поэтому я на всякий случай, кто забыл, как выглядит YouTube, поставила вот эту кнопку. Мне такую кнопку недавно прислали за 100 тысяч подписчиков. Была крайне удивлена, приехав в Москву, узнав, что здесь YouTube не работает. На третий день я уже освоила, где находится пульт от телевизора, потому что все известные мне средства связи с миром, к сожалению, как-то плохо работают или не работают вообще. Вы находите возможность выходить в YouTube? Молодцы, умнички. В Ютубе отжигаю, в Ютубе не только про недвижимость, в Ютубе про жизнь. У меня двое маленьких детей, которые ходят в школу, ходят в садик, про их жизнь, про их школу, про то, что мы кушаем, где мы отдыхаем, как мы ездим на кемпинге, ставим палатки, какие пляжи, цены на базаре на овощи и фрукты, какие инвестиции, какие налоги и все-все про Мерсин и про жизнь в этом регионе. Подпишитесь, заходите, смотрите, вам понравится просто времяпрепровождение, ну и для общей осведомленности. Я инвестор, мать 3 дочерей и 1 зятя. Ну, в общем, немножечко так о себе. Еще раз хочу акцентировать внимание, что наша деятельность лицензируется, и мы лицензированное агентство. У нас крупный офис в собственности, отдел, который работает с постпродажным сервисом. Все услуги для наших клиентов мы делаем хорошо, качественно и профессионально. Вид на жительство, все бытовые вопросы, все, что нужно для жизни в Мерсине, мы можем обеспечить нашим клиентам.
Мерсин – это не Москва, это двухмиллионная, но деревня. Поэтому все про всех все знают, поэтому делаю особый статус на отличную репутацию, потому что в Мерсине облажать можно только один раз. Во второй раз у тебя не получится, все об этом будут знать. Поэтому я имею наилучшую репутацию в Мерсине. Что же у нас случилось? Этого я ждала 13 лет. И как пупка много лет на всех мероприятиях говорила, вот-вот у нас откроется сегодня, завтра, послезавтра, в эти-то даты. Даты много раз переносили. Наконец-таки это случилось. И 10 августа этого года у нас открылся аэропорт. Он крупнейший в Турции. Его стоимость была 608 миллионов евро. И стройка еще продолжается. У нас будут строить еще терминалы. У нас строят СВХ, склады временного хранения. Это второй карго-центр в Турции. Это крупный пересадочный узел. Это даст большой толчок развития региона. Из Москвы у нас прямые рейсы. Летает Аэрофлот 5 раз в неделю из Шереметьево. Добро пожаловать. Хорошие, удобные дневные рейсы. Аэропорт вам очень понравится. Это ссылка на сам аэропорт. Зайдите, посмотрите, какое расписание. 5 городов Германии летают у нас напрямую. Каждый день минимум 3 города Германии. Кстати, сейчас очень много немцев стали приобретать у нас недвижимость. Также можно улететь в различные красивые места по миру прямыми рейсами. Кстати, про QR-коды. Вот здесь вот QR-код, все слайды можно фотографировать. И в этих слайдах, в частности, вот здесь вот видео по Ютубу, как я в первый день открытия аэропорта бегаю как ошалелая, ура, открылся аэропорт, смотрите, какой красивый. На досуге можете просто посмотреть, будет весело и интересно. Отдых у моря. По QR-коду есть подборка объектов недвижимости в качестве отдыха у моря. На сайте у нас много вариантов. Подчеркну, что мы агентство недвижимости. И я, как лицо с наилучшей репутацией, выбираю застройщиков, с кем я работаю. Выбираю только с хорошими, проверенными застройщиками, которые точно достроят того качества, как и обещано. И вы получите все документы. Также, если вы захотите в последующем продать, перепродать, переложиться, сдать в аренду, этот сервис мы весь оказываем. Немножечко про Мерсин. Про Мерсин могу рассказывать очень долго, очень красивый регион. И он точно, подчеркну, что заслужил вашего внимания и визита. 300 дней в году у нас солнце, зима у нас очень условно, зима у нас наступит после Нового года, когда температура опустится до плюс 15. Это буквально там 7-8 выходных и наступит весна, когда в конце февраля у нас температура снова поднимется до 25. Лето при этом у нас не знойное, у нас нет высокой влажности, средняя температура лета 35 градусов. 90% в году мои дети, ну не 90, 80% в году мои дети носят шорты. У меня 5-летняя дочь, которая 5 лет не видела снег, и в этом году мы специально поехали на горнолыжный курорт, чтобы снег ей этот показать, потому что в нашем регионе снега никогда никто не видел. У нас прекрасные песчаные пляжи, без плит, без камней, хорошие, красивые, чистые песчаные пляжи очень длинной протяженности. Сезон с апреля по ноябрь, если есть возможность, ребята, вылетаем завтра утром, чудесная погода, чудесное море, сейчас самое оно покупаться. Это экологически чистый район, Мерсин – цитрусовая столица Турции, у нас есть много фабрик, где собирают, сортируют, упаковывают, и к Новому году мы вам отправим и лимоны, и мандарины, и апельсины. Обратите внимание на этикетку, 90% вероятности, что это будут апельсины-мандарины из Мерсина.
У нас инфраструктура для отдыха, для жизни работает круглый год. И Мерсин чем хорош, это не только отдых, это место, где вы можете обучать своих детей. К слову сказать, турецкое образование признается по всему миру. В Европе, в Америке дипломы подтверждать не нужно. У нас крупнейший университет, как в вашем ГУ, на 50 тысяч студентов. Кстати, есть обучение и на английском языке. И многие русскоговорящие детки учатся в этих университетах. Медицина, кстати, тоже на очень хорошем уровне. К нам приезжают, у нас есть даже такая опция, как медицинский туризм. То есть подчеркну, что медицина, пластика, волосы и вся вот эта красота в Турции очень хорошими ценами и очень хорошего качества. Про недвижимость. Цены на недвижимость стартуют от 35 тысяч евро. Есть варианты покупки без первоначального взноса, с рассрочкой до года, до 12 месяцев. Есть возможность первого платежа 20% с рассрочкой на 18 месяцев. Это на готовые или на почти готовые объекты недвижимости. В принципе, если мы говорим о объектах, которые строятся, на них может быть 20 месяцев и более рассрочка. Рассрочка, конечно же, беспроцентная. И, конечно же, в Турции все это сдается с отделкой, в состоянии «Заходи и живи», отделка, кстати, вполне приличная, в которой реально можно жить и лет 15-20. Есть у нас готовые квартиры с мебелью и техникой со вторичного рынка. Кстати, в последнее время вариантов со вторичного рынка стало больше исчерпываться. От 40 тысяч евро. Кстати, должна заметить важный момент, который не вошел еще в презентацию, потому что новая информация. Наверное, вы слышали, что Турция, лира подвержена инфляции. Слышали? Наверное, слышали, что туркам дают очень хорошие депозиты за хранение денег в банке. От 45 до 60% годовых в лире дают банки. Но вы не знаете о том, что на этих радостях многие турки продали свои квартиры, положили деньги в банк и хранят их в банке. Многие турки за границей перевели деньги в Турцию, перевели в турецкую лиру и хранят их в банке. Многие живут на аренде. Кстати, чтобы вы знали, 60% Турции турков живут на арендованном жилье, к сожалению. Ну, как бы для них, для инвесторов это неплохо. И сейчас ставка эта снизилась с 60% до 30%. Теперь все турки вынимают свои деньги из банков и покупают недвижимость. Сейчас им стали давать ипотеку не под 90% годовых, а под 30%. И это тоже вдохновляет граждан Турции вкладываться в собственную недвижимость. Поэтому сейчас у нас предложение на готовое жилье, которое подходит под ипотеку, пользуется хорошим спросом на внутреннем рынке. Однако сейчас я подчеркиваю, что очень хорошее время для входа в Мерсин, потому как цены очень-очень даже хорошие. Возможность сдавать в аренду квартиру. Подчеркну, что мы занимаемся всеми видами аренды, к этому мы еще доберемся. И еще раз подчеркну, что все квартиры, которые у меня есть, они сданы в аренду даже в этом сезоне. Чтобы вы понимали, как выглядят квартиры, коротенечко пробегусь, да? От 35 тысяч евро мы получаем квартиру. Студию 45 квадратных метров, с балконом 7 квадратных метров, ключи через 2 недели, комплекс с хамамом, сауном, фитнесом, бассейном 600 метров от моря, возможность беспроцентной рассрочки, возможность даже без первоначального взноса. От 39 тысяч евро это вторичная продажа, вернее переуступка, продажа от инвестора, 39 тысяч готовое новое сданное жилье. 75 тысяч квартира с мебелью на первой береговой линии, тоже отличное предложение, рекомендую рассмотреть. И квартира 4+1, вчера по ней мы взяли залог. Квартиры есть
Вот на 60 тысяч евро отличная квартира, 77 квадратных метров, цена 60 тысяч евро, дуплекс 2 плюс 1 с видом на море, 75 тысяч евро, квартира 2 плюс 1, 2 спальни, 2 санузла, отдельная кухня, отдельный зал, третий этаж, но без инфраструктуры, без бассейна, но поэтому и без айдата, 55 тысяч евро, подчеркну, что новый дом 600 метров от моря. Вариант 54 тысячи евро, 1 плюс 1 от застройщика в рассрочку. Вот инвестиции, что мы можем вам предложить. Здесь вариантов на самом деле очень много. Если вы приедете в Мерсин, вы будете удивлены, что Мерсин – это большая, красивая, грандиозная стройка. И, к слову сказать, если вы видите, что строится комплекс, вероятнее всего, что он уже распродан. Потому что объекты, которые будут сдаваться еще через год или через полтора, у них, к сожалению, даже уже купить нечего, потому что все уже распродано. По QR-коду можно посмотреть подборку вариантов именно для инвестиций. Возможности инвестирования. Сейчас подчеркну, что очень хорошее время. Новые стройки, кстати, которые будут закладываться. У нас в Турции подорожало цемент, железо, стекло. И новые стройки, которые будут закладываться, они уже будут стоить более высокой цене. Сейчас мы предлагаем те стройки, которые уже ведутся или которые скоро закончатся по цене от 36 тысяч евро за квартиру. Все застройщики дают рассрочки. И в рамках этой выставки нам застройщики на 30 комплексов, почти на все в Мерсине, дали скидку на дни выставки. И 20 дней после выставки у нас есть скидка 5, 10 и даже 20% от прайсовой стоимости. То есть если вы хотите инвестировать в Мерсин, сейчас отличное время для этого. У нас есть сейчас минимальный платеж от 25% и даже без первоначального взноса есть хорошая рассрочка до 2 лет и есть рассрочка даже на готовое жилье. Выдача ключей, вам ключ дадут даже после 50% оплаты. Инвестиции, возможности заработка. Возможность получения дохода от стадии строительства до завершения строительства. Сейчас это в среднем 50%. У нас рост замедлился, потому что прежние года у нас был 100% прирост в год к стоимости. Подчеркну, что следующие стройки и земля подорожала, и стройматериалы, и рабочая сила, заработная плата у нас тоже поднялась. Поэтому будущие стройки будут уже дороже. И, соответственно, готовое жилье, когда выйдет новое готовое на рынок, оно тоже будет стоить дороже, чем сегодняшний котлован. В Турции можно продать квартиру по переуступке без каких-либо расходов. До получения права собственности. Кстати, в Турции можно приобрести любое количество объектов недвижимости на себя, как на физлицо. Турция – уникальная страна, не спрашивает происхождения денег. То есть вы привезете 1 000 000 евро в Турцию, вам скажут «добро пожаловать» и не спросят, где вы взяли деньги. Вы свой банковский счет, кстати, который мы можем вам открыть, можете пополнить наличными деньгами, и Турция не задаст ни одного вопроса о происхождении денег. У нас официально работает криптовалюта, и вы можете платить для застройщики, все застройщики имеют криптокошельки, можете криптокошельком это все дело оплачивать. Все мои инвесторы продают без налогов, то есть когда у вас хороший риэлтор типа меня, то вы можете продать без налогов. Естественно, вы платите налог при покупке недвижимости. В среднем скажу, что расходы, связанные с получением права собственности, составляют всего лишь от 1,5 до 3 000 евро. Еще раз, расходы не 15-20% от стоимости, как это в других странах. От 1,5 до 3 000 евро расходы, сборы и так далее, переводчики, все-все-все сборы, связанные с получением права собственности. Право собственности титульное. Покупая квартиру в Турции, вы покупаете участок земли под домом. То есть у вас квартира с прописанной долей в земле под комплексом. Продают все мои собственники без налогов, то есть все расходы платит только покупатель.
у вас нет каких-то дополнительных расходов, сборов, связанных с владением недвижимостью, может быть, кроме Айдата. Айдат – это такой коммунальный платеж за бассейн, за садовника, за охрану, за там, генератор, за другие сервисы. В среднем это составляет 500 лир в месяц. 500 лир – это где-то 1500 рублей в месяц за всю вот такую красоту и инфраструктуру. Если не живете, газ, вода, интернет и электричество – нулевые тарифы. Доход от аренды. Три типа аренды существует в Мерсине, в Турции вообще. Значит, долгосрочная аренда – это когда мы сдаем от года и на несколько лет. Доходность тут невысокая, но гарантированно. Подчеркну, что большинство турков не имеют собственного жилья и с удовольствием снимают квартиру в аренду. Квартиру они снимают пустую, перевозят свои кондиционеры, вещи и так далее, вам в квартиру ничего не нужно делать, никаких рисков с долгами по квартире, все счетчики они оформляют на себя, электричество, воды, газа, то есть у нас долги эти, коммунальные платежи, это личные долги, не долги квартиры. И риск какой есть? Риск в том, что они будут жить долго. Кого-то это радует, кого-то это не радует. То есть они заселятся минимум на 3 года. Этот вариант я практикую менее активно. Он хорошо подходит для тех, кто купил, допустим, квартиру под турецкое гражданство, и на 3 года квартира применяется. В таком случае мы его сдаем на долгосрочную аренду. Еще будут очень хорошие варианты по этому кейсу, я расскажу. В евро. В лирах у нас хлеб, еда, а недвижимость и машинами пересчитывается через валюту. Помесячная аренда, которую я очень люблю, которая приносит доход мне, потому что я имею 20% от вашего дохода в качестве оплаты своего труда, и сдаю от месяца до 3. Стоимость в живых деньгах. Могу сказать, что самая дешевая квартира сегодня стоит 400 евро в месяц. Летом мы сдаем квартиры и за 2000 евро. Для сравнения с другими регионами Турции, могу сказать, у меня люди иностранцы, русскоговорящие, когда связываются, сколько вас стоит аренда? Я говорю, столько-то. За такие деньги можно там в Анталии, в Алании. Я говорю, я не спорю. У нас стоимость недвижимости ниже, а доход от аренды выше. То есть у нас почему? У нас нет отелей. У нас очень мало отельной инфраструктуры, и в основном это городские отели, не у моря. Это для бизнеса вы приехали и делать какой-то бизнес. Отдохнуть в Мерсине почти негде. Но с открытием аэропорта у нас было принято постановление об открытии крупного отельного кластера на 17 отелей с номерным фондом 2500 отелей. Когда построится, не скажу, не знаю. Но, тем не менее, сейчас конкуренции у квартир нету, поэтому и состояние такое, что все квартиры сданы. Суточная аренда. Посуточная аренда – это специфическая тема, она подходит не под все объекты, под жилые комплексы она не подходит, она подходит только для квартиры-студии, которые специальным образом обозначены под такую цель. То есть сейчас строятся новые комплексы, вроде типа отеля, с квартирами и 1+1, и 2+1, и студии в основном, которые заточены именно под сдачу в аренду. Да, они не подходят, естественно, под получение вида на жительство, они подходят под сезонное проживание, под отдых. Приехали, вы можете, как граждане России, 3 месяца в полугодие проживать в них, в остальное время мы можем сдавать их и сделаем это с удовольствием. Доходность таких предложений выше, и подчеркну, что я заинтересована в инвесторах, которые будут сдавать, потому что это завтрашний хлеб. Доходность таких квартир до 20%. Значит, что у нас сейчас есть по вариантам на стадии строительства? Немножечко расскажу про проекты. Вот квартиры от 42 тысяч евро. Это новые варианты, и комплекс еще не начал строительство. Он начнется только в декабре и закончится через 2 года. Однако почти 30% проекта уже продано. Потому как был точно такой же проект, он еще строится и будет строиться,
но там уже купить нечего. Повторить успех решил застройщик и сделать точно такой же комплекс рядом. Почему успешно? Потому что организована управляющая компания, потому что придуманы и разработаны все рекламные инструменты по сдаче квартир в аренду. К слову сказать, чтобы вы знали, что Booking и Airbnb в Турции не работают. У нас там свои платформы типа misafir.com и другие. Поэтому своя система сдачи квартир в аренду. Имея полный сервис сдачи с консьержами, круглосуточным заселением, рум-сервисом, уборкой, химчисткой, а-ла-карт ресторанами, спа и так далее, то есть подчеркну, все как в пятизвездочном отеле с управлением, конечно, это вариант готового бизнеса. На проект есть рассрочка беспроцентная до 20 месяцев. Проект второй за 45 тысяч евро тоже прекрасненько разошелся. Квартиры 104, комплекс на 104 квартиры в газифицированном районе Теджи, скрытым бассейном, хамамом, сауном 300 метров от моря, панорамным рестораном на крыше. Осталось штучное количество квартир, и то две квартиры от застройщика и три квартиры по переуступке от инвестора. Отлично будет сдаваться как посуточно, так и помесячно. В третий вариант 35 600, квартира через 2 недели, ключи, со всей инфраструктурой, 600 метров от моря в районе Арпач-Бакшиш. Арпач-Бакшиш у нас прекрасные песчаные пляжи, длинная набережная, променад, и квартиры могут сдаваться также посуточно. Здесь у нас вариант без первоначального взноса возможен и возможно получение ключей после 50% оплаты, рассрочка беспроцентная до 18 месяцев. Варианты с помесячной оплатой, крупные комплексы, красивые, грандиозные, строятся. В частности, вариант от 36 тысяч евро, такая же концепция, тоже 600 метров от моря, весь сервис присутствует. Стройка ведется активно, и в следующем году к сезону он сдается. Второй вариант, ему еще строится 1,5 года, один из самых грандиозных комплексов в Мерсине. И там только, чтобы вы понимали, 850 квадратных метров – это площадь во всех бассейнах со всевозможной инфраструктурой рядом с морем, прекрасным песчаным пляжем. Чешмели, третий вариант, от 56 тысяч евро, мой любимый, только в этом поселке. Я за эти годы продала более 2500 квартир. Очень много европейцев проживают, бельгийцев, голландцев, немцев, особенно в осенний период. Европейцы загорают у бассейна, даже когда там уже слита вода, потому что им, ну, как бы приятно нежиться на солнышке. Район хороший, красивый, утопает в зелени, и очень крупные красивые комплексы. Территория самого комплекса около 9 гектар на один дом с хамамом, сауной, со всей инфраструктурой, с прекрасным видом на море. Конструктив полностью возведен, ведется внутренняя отделка. Купить можно также в рассрочку. Вид на жительство. Интересует кого вид на жительство? Что такое вид на жительство, знаем. Это возможность жить так же, как и гражданин Турции, кроме избирательного права и, к сожалению, права на работу. Чтобы работать, нужна рабочая виза, либо такой работодатель, который может вас взять без официального оформления. Вид на жительство, подборка объектов под вид на жительство, потому что не все квартиры подходят под ВНЖ. С ВНЖ немножечко у нас засада, но как бы сейчас объясню, какая. В октябре прошлого года, в один момент, как это бывает в Турции, вообще в Турции, чем я ее люблю, что здесь нельзя расслабиться, здесь все время что-то происходит, и даже ты в своей сфере, ты не можешь сказать, что ты знаешь, как это делается, потому что завтра выходит какой-то новый закон, и ты думаешь, как же я это должен решить, и как же теперь приспосабливаться. Это всегда нас держит в тонусе, и это жить интересно. Значит, с ВНЖ, туристические ВНЖ отменили. И сегодня, чтобы получить ВНЖ хорошее, реальное, гарантированное на 2 года, на всю семью, нужно купить собственность стоимостью
200 тысяч долларов кадастровой стоимости. Скажу, что у квартир в Турции три цены. Это кадастровая стоимость, которая пишется в ТАПУ, из которой мы платим налог 4%. Это рыночная, по которой продают и покупают, и оценочная, как ее оценивают. Ну, сейчас, кстати, экспертизу отменили, то есть это меньше расходов для вас при оформлении собственности. 200 тысяч долларов в ТАПУ, это не значит, что мы должны купить за 200 тысяч. Есть варианты значительно дешевле этой стоимости, но в ТАПУ мы пропишем 200 тысяч. То есть есть варианты у нас за 80 плюс-минус тысяч евро квартиры, новые готовые, в которых мы можем прописать 200 тысяч и всю вашу семью получить вид на жительство. Вид на жительство что еще дает? Возможность покупки автомобилей, свободное открытие счетов. Что еще? 365 дней находиться на территории Турции. Ну, в общем, жить и радоваться постоянно. Открытие компании, бесплатное государственное образование. Как мать троих дочерей могу сказать, что дети ходят в школу, выучив старшую дочь, могу сказать, что образование действительно очень хорошее, доброе, без стресса, без слез, без репетиторов. Мы отлично успеваем все. Получит ВНЖ, как я уже сказала, собственник с апостилированным свидетельством о браке супруги и дети несовершеннолетние до 18 лет с апостилированным свидетельством о рождении. Варианты, которые подходят под ВНЖ, здесь я тоже вам поставила виллы, чтобы вы понимали, что Мерсин – это не только высокое строение. Кстати, Мерсин – единственный в Турции сейсмобезопасный регион, поэтому первый небоскреб в Турции был построен именно в Мерсине, и в основном у нас высокое строение, но у нас есть и виллы. Кстати, вот хорошие виллы – 450 тысяч евро, новая вилла с бассейном, 100 метров от моря, 4 спальни, камин, то есть все как вы и мечтали, все это у нас есть. За 87 тысяч евро квартира на первой линии подходит под ВНЖ с мебелью и с техникой. На территории хамам, сауна, крытые бассейны, массажные кабинеты, аквапарки, детские спортивные площадки, генераторы. Все, как и положено иметь, подходит под ВНЖ. Такие варианты тоже красивых квартир и красивых вилл у нас есть, которые подойдут, виллы, кстати, подойдут и под ВНЖ, и подойдут и под гражданство. На сайте более 500, наверное, вариантов можно посмотреть готовых квартир, которые можно рассмотреть к покупке, в том числе для ВНЖ. Документы какие иметь? Если вы собственник, то кроме ТАПУ и паспорта хорошего срока действия вам не нужно ничего. Если с вами семья, то всегда обращаю ваше внимание, что все документы, которые вы ввозите за границу, они должны быть апостилированы. Апостиль ставится на оригинале документа, на оборотной стороне, переводить не нужно. Сделайте эти документы можно только на территории, где этот документ был выдан. Поэтому, если вы задумываетесь этим вопросом, обязательно сделайте апостиль. Это недолго, недорого, занимает до недели. И последний раз, наверное, 2500 рублей стоил. Справка о несудимости для нас, собственника, опять-таки, если мы идем со всей семьей. Тоже делается просто через госуслуги, это все можно заказать. Справка тоже должна быть с апостилью. Про гражданство. Гражданство дает возможность все. Подборка вариантов под гражданство. То есть даже дорогу на красный свет переходить. Покупать землю. Иностранцы не могут покупать землю в Турции. То есть покупка земли, получение виз в Европу, в Америку, специальные программы для граждан Турции есть с Евросоюзом, льготное обучение в Евросоюзе есть, то есть равные права. Кстати, получая турецкий паспорт, вы можете поменять фамилию и имя, то есть был Иван, стал Ибрагим, ну то есть как вам хочется, и это все легально. Чуть позже отвечу на все ваши вопросы. Есть у нас правительственные льготы на ведение бизнеса, особенно Мерсин. Мерсин – свободная экономическая зона. Мерсин сейчас хорошо субсидируется государством. В Мерсине нужны отельный кластер, в Мерсине нужны СВХ. И этот регион, подчеркну, финансируется и государством, и даются субсидии. Ну и, конечно, предпочтение дается турецким компаниям и турецким гражданам.
кто может получить? Инвестор, законные супруги и несовершеннолетние дети. Делается все это достаточно просто, быстро, без присутствия, без знания турецкого языка. Работает над вопросом адвокат. Говорят, что 2-3 месяца по практике уходит до полугода. Очень большие проверки по документам на гражданство, но подчеркну, что у нас всегда 100% результат по получению турецкого гражданства. Все наши собственники получили турецкие паспорта. Особенность объекта, как я уже сказала, недвижимость должна отвечать характеристикам высокой кадастровой стоимости. Недвижимость должна быть от гражданина Турции или от турецкого застройщика. Недвижимость обременяется на 3 года, которые мы можем успешно вам сдавать. После 3 лет вы можете продать эту недвижимость. При этом вид на жительство у вас не теряется. То есть, по сути, это программа на 3 года. 400 тысяч долларов плюс налоги вы вложили, получили гражданство, получали доход, продали, уехали из Турции, то есть вам там не обязательно даже жить в Турции, чтобы быть гражданином Турции, но у вас ваши деньги при себе и плюс турецкий паспорт. Вопрос времени 3 года. Какие варианты подходят под гражданство? У нас есть специальные кейсы. Подчеркну, что на 400 тысяч долларов нужно купить объекты недвижимости. Эти объекты, это где-то порядка 6 квартир будет на эту сумму. Эти квартиры мы берем в аренду на 5 лет с гарантированной доходностью 8,3%. Ничего не нужно вкладывать в квартиру, ни мебель, ни технику вкладывать не нужно. Квартиры сдаются пустые от застройщика, и в таком состоянии они будут сдаваться. Сумма возврата инвестиций от полученных, от вложенных денег за 5 лет, это 41,5% в виде дохода от сдачи в аренду. При покупке вот как раз портфеля под гражданство на 6 квартир у нас оптовая скидка именно под пакет гражданства. Что мы покупаем вместе со всей этой красотой, ВНЖ или гражданство? Вы получаете действительно важный сервис, потому что купить квартиру – это не беда. Дальше что с ней делать? Вот вопрос. Очень много вопросов возникает уже после покупки недвижимости, как ей управлять и так далее. Мы вам сделаем аналитику сравнения новостроек. То есть я на стороне покупателя. Мне важно, чтобы вы купили красивый, хороший, ликвидный проект, который я потом либо сдам в аренду, либо буду его продавать. Потому что вы являетесь моим клиентом ровно столько, сколько вы владеете той недвижимостью, которую я вам продала. Поэтому я вам честно могу сказать, вот здесь земля принадлежит другому застройщику, вот здесь будет парк, а вот здесь будет что-то нехорошее, потому что через год, через два, через много лет вы можете мне задать этот вопрос. Вот, поэтому мне застройщик может что-то умолчать, ему нужно продать свое. Мне интересно, чтобы вы купили хорошую недвижимость и привели своих друзей ко мне. Предложение только от надежных застройщиков. К сожалению, не все застройщики благонадежные. У нас другая система, нежели чем у вас. У нас нет экскроу-счетов, нет ФЗ-214 и прочего, что у вас есть. У нас все совершенно по-другому. Поэтому здесь очень важно, у кого ты покупаешь, вот и платишь деньги, и кто будет выдавать тебе ТОПУ. Договор купли-продажи на русском языке, естественно. В том числе агентство фигурирует в этих договорах застройщиков, потому что у нас есть свои обязательства перед вами, выполнение всего постпродажного и прочего сервиса. У нас, естественно, есть лицензированный переводчик при сделке. Мы делаем сделку безопасно, так как большинство сделок в Турции, особенно если на вторичном рынке, они делаются с наличкой. И у нас нету ячеек. У нас нету депозитарных ячеек или что-то вот такого, о чем вы понимаете, о чем я говорю. То есть у нас делается так. Деньги кладутся на стол, считается, подписывается ТОПУ. Вот как бы здесь вопрос доверия передачи денег. Подчеркну, что Турция очень любит наличку. И на сделку обычно люди приходят, особенно турками, с чемоданами денег.
Оформление свидетельства о собственности тоже очень важный момент. Я всегда за это переживаю даже больше, чем мои клиенты. Я говорю, как же вы заплатили на стадии строительства? Вы все рассрочку закрыли, давайте мы оформим собственность. Вчера на стенде подходили, 3 года назад клиент где-то купил, даже не помнит, где и у кого, и до сих пор не может оформить собственность, просил меня хорошего адвоката. С моим клиентом вот такая история невозможна. Мои клиенты всегда остаются довольны, и подчеркну, что если вы приедете в Мерсин, вы поспрашиваете людей в Мерсине. В Мерсине меня знают абсолютно все, от этого мой муж и дети иногда психуют, что все со мной здороваются, но однако у каждого вы можете спросить, кто такая Александра Соколова и хорошо ли она работает. Если квартира подойдет под ВНЖ, мы будем рады оформить ВНЖ или турецкое гражданство. И вам важный вопрос, с которым вы, возможно, не сталкивались сейчас, у вас в России такой проблемы нету. Оформление электричества, воды, газа, интернета – это тот еще квест, которые не все могут пройти. Мы это все делаем для нашего клиента. Помощь в выборе мебели, техники, шторы и так далее. То есть мебельки, все, что вам нужно, все мы это можем на территории Турции организовать. Мы, конечно же, делаем подарки к новоселью. Мы делаем трансфер из нового аэропорта Мерсина для наших покупателей. Так как у нас есть где разместить, мы делаем 3 дня проживания в подарок, конечно же, при покупке. И вы можете постоянно получать какую-то помощь, консультацию и так далее. Мой телефон не менялся уже более 15 лет, и любой из моих собственников может в любой момент, ну, кроме ночи, мне позвонить. Как эту всю красоту можно посмотреть? Отлично делаются сделки онлайн. Мы можем вам, уже завтра я буду дома, уже завтра буду в Мерсине, можем сделать онлайн-звонок с объекта недвижимости, который вы подберете, обмен подписанными сканами, тема очень даже рабочая. Если вы приедете, это будет лучше и радостнее, и веселее, и будет много живых эмоций. Я очень люблю, когда вы как дети радуетесь, видя какие-то прекрасные вещи. Для меня это может быть и важнее, потому что, ну, как бы за деньги я уже много лет работаю, я уже заработала. Мне важно работать в удовольствие и чтобы мои клиенты были довольны. Как я уже говорила, трансфер из аэропорта Мерсин при покупке, 3 дня проживания в подарок мы делаем, осмотр регионов с удовольствием, если есть возможность, сама лично показываю. Также у меня есть отличная команда, которая готова показать. Показываем только лучшее, интересное. Если у меня в этом доме есть лучшее предложение от застройщика, от подрядчиков, от инвесторов со вторички, я вам сделаю лучшее предложение по этому дому. Консультации специалистов по всем вопросам, то есть все, что касательно жизни в Турции или недвижимости, этими всеми вопросами мы владеем. Здесь у нас таки YouTube-канал, который можно перейти, подписаться, поставить лайки, сделать мне приятно и кайфовать каждый вечерок, смотря как у нас там тепло, красиво, какие у нас квартирки замечательные, какое у нас море, как у нас вкусно. Ну, в общем, вот все вот такое няшная. Телеграм есть, что еще? ВКонтакте есть, Дзен есть, Инстаграм есть, Фейсбук есть. Вот где-то чего-то есть, оно мы там есть. Вот, но есть, кстати, проблема на российских платформах. Рутуб за границей не грузит. ВК очень плохо работает, поэтому ВК выкладываем с большой задержкой, потому что выгрузка одного видео у нас может занимать сутки. YouTube так и все, и на месте. Ну, к сожалению, такие времена. Телефон WhatsApp, телефон наш рекламный, наша служба продаж, мои менеджеры, моя команда готова отвечать на все ваши вопросы и высылать вам самые интересные варианты. Я была Александра Соколова. Спасибо, что вы смотрите и подписаны. Наш стенд номер 25. Кому будет интересно, мы продолжим на нашем стенде. Также я с собой принесла визиточки, могу дать свои личные телефоны, потому что обычно я личные телефоны даю только на выставках, а так у меня есть армия менеджеров, которые отрабатывают это дело. Но всегда, во всех ключевых моментах я присутствую и обговариваю, что вам рассказал менеджер, когда мы выходим на сделку. Сделку я курирую лично.
Если у меня остались вопросы, меня уже выгоняют. Спасибо вам большое. Отвечу на вашем стенде. 25, подходите, будет как раз здесь. Спасибо. А вы там подойдете? Да. Предметно я с вами буду говорить или с вами? Да, да, со мной. Хорошо. Спасибо, у вас был вопрос. До 7 я в вашем распоряжении. Спасибо большое. Спасибо большое.